Как говорят в полиции, служба начинается с ППСа, ведь именно это подразделение чаще всего одним из первых прибывает на место происшествия и круглые сутки несет дежурство на улицах города. Мурманскому батальону патрульно-постовой службы исполнилось 11 лет. Кстати, это самое большое подразделение в системе Министерства внутренних дел в Мурманске. В летнее время полицейские батальоны несут усиленное дежурство. Каждый день на улицы города выходит около сотни постовых. И, как ни странно, в период отпусков работы становится только больше. Появляются сезонные правонарушения, такие как распитие алкогольных напитков в общественных местах или кража велосипедов. Также часто в теплый период автолюбители забывают закрывать свои автомобили, чем нередко пользуются воры. С недавнего времени немаленький штраф можно получить и за курение в неположенном месте. За этим также следит постовая служба. В честь праздника от имени руководства города 7 полицейских наградили за добросовестное выполнение своих обязанностей. Предупреждали людей, сотрудники патрульно-постовой службы в том числе, предупреждали людей о том, что скоро нельзя будет курить и в общественных местах, и там, где запрещено законом. Поэтому работа продолжается. Сразу могу сказать, что не все жители нашего города с пониманием относятся к этим ограничениям. Сталкиваемся мы с определенными трудностями, с продвижением этого закона в жизнь, но мы не собираемся отступать, и те, кто не понимает, будем привлекать к административной ответственности.